Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1497. События дня. Откровение 1.17. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». За 17 января 2020 года наше обращение о помощи старости приобрести комбайн. Может, найдется богатый человек. Тут 4 ролика, как он живет, староста. И вот получили ответ от Министерства транспорта Алтайского края. Подсчитали, сколько требуется. 205 миллионов рублей. Да за 205 тысяч можно сделать, не миллионов. Другой 168 миллионов. Это на Потеряевку дорогу сделать. Это все обман. Фишка. Через переезд там не надо ни рубля. Тут, говорит, 150 миллионов. Ни рубля. То есть безумие. Делает ответ. Там насыпь уже сделана, вал идет. Они не были, не смотрели, ничего, так просто писали, лишь бы отписать, на должности удержаться. Министр Дементьев. Не представляется возможным. Нету возможности, нету. А на ракеты миллионы получают министры, миллионы в месяц. Это нормально, деньги всегда найдутся. Ну, это обман. Это Вячеслав Ткачев пишет здесь. Сергею Козлову через день, 20-го, ну, через 2 дня. Будет годовщина, как он отошел от жизни сей. Страдалец благословенный.
И вот тут доказывают, что Земля шарообразная. Хотелось тут добавить еще в эти события дня. События. Вот. То, что наши братья выставили, я его сейчас озвучу. Вопрос 4051. Вот прочитайте, понравится вам. Это о нарушениях, какие есть. Какие именно правила? Ну, тут уже готовое найти, тут не буду показывать.
Ну, вот так. Все, пурга началась. Несколько раз в день приходилось выходить в свою пасту. Воробьев, жуланов, больших синиц, голубей. Пурга ужасная. Батюшке позвонили, чтоб не ездил. Нет, приедет, говорит, крещение. И все на этом.